На этот раз ударь меня сильнее, иначе будет выглядеть фальшиво, ясно? Боль временно. Видишь? А кино? Кино вечно. Знаешь, сколько режиссеров начинали с фильмов ужасов? Местный кинофестиваль. Главный приз – 2000 баксов. Это серьезно, пап. Ты ведь не трогал камень? Я больше не твой отец. У зомби мозги полностью мертвы. Думал, это драма, но могу и ужастики снимать. Ты можешь снять убойный фильм. О боже, кто-то слишком вжился в роль. Мы снимаем необычный ужастик. Я создаю что-то новое в жанре. Первый фильм с настоящим зомби, а ты хочешь разбавить его искусством. Это что, комедия? Это новый жанр. Зомби-драма, зомби-драма. Ладно, пап, не думай об этом, как об игре. Кажется, у меня есть то, что поможет. Вот это профессионал. Детектив Мозес Суон. Все в порядке? Хочешь мне что-то сказать, Баки? Кроме этого, ничего. Это не комедия, а экшен. Насилие. Зрители хотят крови и кишок. Отлично. Давай еще дубль для вариантов при монтаже.